Всем привет, мои хорошие! Получила я посылочку от любимого Василька. Ой, мне не терпится уже ее раскрыть, распаковать. Там есть кое-какая вещица, которую очень сильно ждала. И вот прямо хочу уже ее померить, эту вещицу. Сейчас посмотрим, что там я заказала, что хорошего там я заказала. Ой, еще одна вещица есть симпатичная. Сейчас посмотрим. Так, распакован. Один мешочек, другой мешочек в мешочке. Так, сейчас по-быстренькому распакуем. Вытряхивается. Опа! О, сразу на виду две мои любимые, самые такие прям вещички интересные. Сейчас посмотрим. Еще один мешочек раскроем. Ух! Так, ну что, давайте начнем. Прям хочу достать самое такое главное. Я заказала девочке куртку, вот такую вот в клеточку. А она тепленькая должна быть. Так, ну давайте не будем сильно много говорить. Откроем и посмотрим, да? О, с подкладочкой такая. Ух ты, ух ты. Заказала я, по-моему, размер себе сюда побольше. Ну-ка. А, 50-60 размер. 50-60. То есть она такая, как оверсайз. И она вот на такие, на все размеры должна подходить. Она должна быть просторной. Я смотрю, она просторная. Прямо очень хорошо. Ух ты, вообще класс. Так, вот такой вот идет рукав. Смотрите, какой рукав. О, такой вот рукав. Что там внутри? Она с капюшончиком. Здесь, видите, мягкая такая вот. Ну-ка, внутри какая подкладка. И внутри она вся вот такая вот мягкая. Вся пушистенькая, видите, внутри. Прямо как покрывало плюшевое. Ой, кайф, ой, кайф. Класс. Так, что тут дальше? Внутренние карманы есть. Карманы тоже такие тепленькие, классные. Что-то последнее время клеточку. Тут у меня рубашка в клеточку Васильке заказывала до этого. Прикололась я ее носить, и она мне прям понравилась. А тут думаю, вот эта клетка, это ж такой американский, знаете, вариант. Они ж любят вот это все в клетку носить. Думаю, ну-ка я закажу себе. Но это вот сейчас, кстати, похолодало, и сейчас вот эта вещь будет самое-самое, что ни на есть, кстати. Прямо вообще. До того, как одеть прям уже конкретную куртку, вот это вот на сейчас, на эту погоду, самое то. Вот, но это надо померить, девочки, как она на мне сидит, посмотреть. Все, и капюшончик, все класс вообще. Прикольная, вообще здоровская. Да? Здоровская. Будем мерить сейчас. Кстати, давайте еще посмотрим, курточка вот эта вот. Какой здесь состав? Ткань, футер, трехнитка с начесом. Во как! Теплая прям, классная. Заказала я себе, девочки, еще костюмчик, опять такого цвета. Вот я выбираю такой какой-то нежно-коричневый цвет, не сильно темный, такой просто, обычно коричневый. Костюмчик взяла 56-й. Несмотря на то, что я худею, я все-таки решила, чтобы эти вещи, они пускай лучше будут просторные на мне, чем они будут, ну, как бы прям
чем будут нормально сидеть. Понимаете, вот когда нормально сидит вещь по фигуре, как бы все, мне некомфортно. Мне надо, чтобы это все было какие-то разлетайки. Поэтому я уже, чтобы не ошибиться, у меня сейчас пока 54-й, хоть я и на похудении сейчас, ну, пока я похудею, неизвестно. Пусть будет лучше большая вещь. Я все равно 56-й заказала. Вот, ну давайте посмотрим, что за костюмчик. Так. Это без капюшона. Я специально заказала себе без капюшона костюм, потому что у меня много костюмов с капюшонами, чтобы потом его, этот костюм, одеть под, например, курточку, в которой есть капюшон. Вот, вот такой вот верх, хороший цвет. Не, и знаете, вот классика, не, нету лишних никаких рисунков, никаких ничего. Не понимаю, что написано. Вот. Длинный рукавчик, манжетик на рукаве, внизу манжетик тоже есть, карманов нету. В общем, все, что вот как раз вот что мне нужно, чисто классика. Вот так вот, классно. Так, что это у нас за материал? Надо очки мне одеть, посмотреть, что у нас тут за материал. Футер двухнитка здесь, футер двухнитка. Так, и штаны. Сверху они на резиночке. Вот, просторные еще, что мне нравится. Резинка просторная. Она не должна давить. Кармашки тут есть. И внизу манжетик. Манжетик, это если вот их надо будет воткнуть в ботинки, например. Вот, и вот эти ботинки, которые у меня есть, которые вы знаете, да, по цвету, они как раз к этому костюму подойдут. Хотя этот костюм можно с кроссовочками одеть, вот с курточкой такой. Прекрасно. В общем, надо девочке померить. Ну, вот такой вот он, приятный на ощупь. Классный. Тянется трикотаж, трикотажный. Девочки, заказала я себе вот такую вот, это, по-моему, тумичка. Давайте откроем. Очень мне понравилась расцветка. Я люблю такую расцветку, вот, как ни крути. Давайте раскроем, посмотрим. Короткий рукавчик. Она прямая, я все-таки угадала. Видите, какая расцветочка? Вот я люблю. Вот люблю вот игра вот таких вот цветов, при том, что она такая нежненькая, классная. Вот вам сниматься тоже буду в ней. Классная. Это трикотаж. Трикотажный. Просто трикотаж. Это чувствуется даже. Длина у нее будет чуть-чуть выше колена, я так думаю. Никаких карманов нет. Обычная легкая простая туничка. Вот. Но это 52 размер, девочки. 54 не было. Но я посмотрела, так как она прямая, видите? Она должна мне быть как раз. Думаю, пусть она у меня будет 52 размер. Я думаю, она должна мне подойти. Но в любом случае, худею. И если она даже сейчас мне будет впритык, значит, она скоро мне будет нормально. Вот. Но классная, классная. Вот я люблю такую. Ну, что поделаешь со мной. Вот какая классная расцветочка, да? А вот я себе заказала сумочку. Девочки, не видела я раньше эту сумочку. Как увидела, думаю, я хочу, чтобы она у меня была. Потому что она очень удобная должна быть. Вот такая, смотрите, какая сумочка. Через плечо. На картинке она хорошо смотрится. Вот. Ее можно так за ручки носить. Есть ручки покороче. Есть ручки подлиннее. Вот так. И вот сходить там в магазин или что. Она такая вот... ткань, как, не знаю, катон, наверное, может быть. А ну-ка, здесь есть что-нибудь? Про это написано или нет? Так, ну написано эко-сумка-шоппер из саржи. Стиль жизни. Кейс. Из саржи. Это такая ткань.
здесь у нее, видите, вот так вот. Она довольно-таки объемная, очень вместительная. Но в то же время модненькая. Сейчас, конечно, сезон уже прошел. Ну, уже проходит, можно сказать, такой летний сезон. Но это более летняя такая сумочка. Но я ее заказала, пусть она у меня будет. И я с удовольствием буду летом вот ее носить. Классная. Во всяком случае, ткань натуральная, очень плотная. Ручки хорошо пришиты. Классно, классно. Такая вот тут дырочка еще есть. Все, сумочка мне понравилась. Отлично. Я же Настю не обделила. Сейчас как раз похолодало. Думаю, надо Насте какой-нибудь свитерочек, какую-нибудь кофточку. Кстати говоря, это мы с Настей выбирали вместе. Так что это ее вкус. Настя, когда была у меня, я говорю, давай. Я открыла сайт, говорю, давай вместе посмотрим. И выберем тебе какую-нибудь кофточку. У нее как раз джинсы голубые. И говорю, давай, может быть, тебе вот такой цвет. И, в общем, из всего она выбрала сама себе вот эту вот кофточку. Смотрите, какая классная, да? Это на 7 лет, рост 122 сантиметра. Это Бонита фирма, которая вот детские вещи очень хорошо шьет. И мне нравится, что она такая вот современная, вот эти вот такие принты. Тут вот такие вот, смотрите, вот эти вот нашивочки вот с двух сторон. Потом еще вот здесь вот, где плечика с этой стороны. И с этой тоже. Вот такие вот нашивочки. Хорошенькая, прям хорошенькая. Мне нравится манжетик. Тут внизу манжетик. Все, класс. Что это тут за состав? Ну, посмотрим. Так, цвет бледно-голубой. Свитшот для девочек. Состав ткани 65% хлопок, 27% полиэстер, 8% эластан. Вот. Ну, она что-то, конечно, тянулась. Это ж не был чистый трикотаж. В общем, короче говоря, я очень довольна. Но Насти сейчас у меня нет. Померить она не сможет. Но померить она сможет, когда она ко мне придет. И во влоге, девочки, обязательно я вам покажу, как она на ней сидит. И вот что я еще ждала, девочки. Ой, это плед. Плед плюш. Плюш. 150 на 200. Я все цены буду писать вверху. И мне понравился вот этот цвет. Просто у меня все в таких светлых тонах. И вот только яркие вот эти картиночки, тут цветочки. И вот этот вот плед, он такого нежного цвета. Мне кажется, он впишется в интерьер. Буду его накрывать. Давайте раскроем. Посмотрим. Красота.
Ой, какой он классный. Вообще я люблю девочки плюш. Просто. Я не могу. Я обожаю вот эти вот плюшевые пледы такие классные. Ой, расцветка мне очень нравится. Она так приятна глазу. Я даже смотрю, она на камере не так смотрится, как она смотрится здесь. Вообще классная. Видите? Ой, приятная. Приятная, приприятная просто. Сейчас я ее постелю и вам покажу, как она будет выглядеть у меня. Не, я думаю, что вот этот цвет, он такой вот в тоже пастельных тонах, и он будет сочетаться с моим интерьером, и с обоями, и с занавесочками. Потому что чисто белый, такой молочный, у меня есть плед, но мне хочется разбавить немножечко, какие-то тона добавить. Вот это то, что нужно. Кстати, и полотенчика я заказала. Это я как-то случайно заказала, угадала в той же самой расцветке. Давайте посмотрим. Видите, это значит, моему глазу приятен такой цвет, да? Вот такой полотенчика. Вот, это для рук. Я такой размер люблю. Это 40 на 70 полотенце. Правильно, я не ошиблась. Полотенце махровое Узбекистан, 380 грамм на метр, светло-зеленый цвет, 40 на 70. Такие полотенчики стоят 89 рублей. Вот такой цвет мне захотелось. У меня такого цвета еще нет полотенчика. Ну вот и все, мои хорошие, я вам показала уже всю свою посылочку, вещей как бы немного, но самые такие вот, которые прям крупные вещи, это куртка, это плед такой классный, и вот свитерочек мне понравился, это для внучки. Ну, в общем, мне все понравилось на самом деле. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании, проходите по ссылочке, очень много там классных, здоровских, интересных вещей есть. Есть и большие размеры, разные размеры есть, можно выбрать на любой там до 70, по-моему, даже больше 70 размер есть большой. И мужская одежда, и женская одежда, детская одежда, постельное белье, пледы, покрывала и, в общем, полотенце. Много-много чего интересного. Даже сумочку, видите, я сама себе заказала. Вот, так что проходите, обязательно себе что-то найдете. Очень лояльные цены. Цены мне всегда радуют. И, в общем, покупочками я довольна. И на этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан еще. Пишите комментарии, кому что понравилось. И до новых встреч. Пока-пока.